Добьется. 5 секунд.
Давайте поаплодируем. Вы были интересны. Победил в этом бою Даниил Голубев. Награждает главный судья турнира Михаил Кочетков. Победителю Данилу Голубеву вручается медаль за первое место. Кроме того, Даниил Голубев награждается специальным призом от спонсора Михаила Юрьевича Максима Кочеткова перчатками, боксерскими перчатками, очень ценный приз. А его соперник награждается медалью Никита Кузьмин и футболкой от... Люди,
нынешний чемпионат Нарвы. Еще раз напомним, посвящается памяти Николая Степулова, известного нашего земляка, знаменитого боксера, становившегося серебряным призером Олимпийских игр, серебряным призером чемпионатов Европы первой половины прошлого века. Николай Степулов родился в Нарве. Здесь же он начал заниматься боксом под руководством тренера Вильгельма Маска и Питера Марцеля. Затем боксер приехал в Галлию и уже продолжал совершенствоваться в боксе в столице Эстонии. Спасибо.
представитель спортшколы «Праймерс». Боксеру 15 лет, боксом занимается первый год. Под руководством своего тренера Василия Николаевича Панова, который секундирует ему в этом бою. Алексей Спиранский провел 3 боя и двух одержал победы. Thank you.
Hästi kiiremini tagasi. Стоп! 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 Сто
еще получит малый кубок. Турнира учрежденный в честь памяти серебряного призера Олимпийских игр 1936 года нашего земляка Николая Петрова. На нашем турнире присутствует директор спортшколы Хайлова Леонид Кулов. Со счетом 2-1 победил в этом бою Георгий Тимко, спортшкола «Энергия». Игорь Николаев, Степанов, давайте поаплодируем. И его соперник Роланд Сунберг награждается также специальным призом от спорта.